У жизни нет смысла. Ей просто нравится быть. Жизни? Да. Жизнь — это все. Цветы, горы, закат с человеком, которого любишь. Каждый атом в этой вселенной. Даже сама мысль об этом. Это и есть. Hey, true, bet that up for the track. We gon' take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh yeah. If you're broke, but you're still pimping, drinking, smoking, then say, oh yeah, oh yeah. If you're ballin', buyin' bottles, then say, oh yeah, my man. If you're pimping, you're sick. Так, Терекс, Джулия. Я ее Терекса прозвала за то, что она руль вот так вот смешно лапки так вот отпускает. В тот момент, когда рулем надо работать, вот видите опять. Почти! Ну да, как нас развернуло. На программу «Старшие братья, старшие сестры». Это американская программа наставническая, которая вообще больше 100 лет. Ее придумали в Америке для детей, которые были вообще беспризорники или в кризисных семьях. То есть изначально она была придумана не для детей из детских домов, а для детей вот из семей. Они просили часть программы, там как-то им то ли дали, то ли не дали, что-то они сами дописали, доработали, и решили, будем делать наставничество. Это когда к одному ребенку приезжает один взрослый и с ним общается. И со временем они стают близкими людьми. И этот взрослый для этого ребенка стает уже такой опорой, поддержкой в момент проживания в детском доме. То есть он как бы там его поддерживает. А самое главное — после выпуска. Всем привет! Меня зовут Антон. У меня сегодня Мария была на интервью, на подкасте. Ждите его недели через 2-3, ссылочку мы оставим. Занимайтесь дрифтом, я сам вот только недавно начал осваивать, очень понравилось. Так что теперь всем рекомендую. Все думают, что дрифт — это вот хулиганство какое-то. Моя задача в том, чтобы переоткрыть, да, вот эти тайны, мифы, развеять. Обратить внимание общества на то, что дрифт — это легальный, официальный вид автоспорта, признанной Российской автоспортивной федерацией. Все всегда говорят, занимайтесь пилотом, медийкой. Я 100% согласна, но вот как заниматься медийкой, что-то никто не объясняет. Пилоты набирают аудиторию именно уже, когда регалии какие-то получают. Так просто взять и набрать аудиторию — это сложно. No-name пилоту. А это очень важно. Всем привет! Меня зовут Антон, мы снова в Love TS Not. У нас новый человек на подкасте.